Неизвестный тем временем в Донецке сегодня ночью неизвестный поджег автомобиль главного редактора интернет-издания «Новости Донбасса» Алексея Мацуки. Это известный журналист, получал угрозу он пророссийских активистов. Ранее в сети уже появились, кстати, видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировало как раз момент поджога автомобиля донецкого журналиста. Вот эти кадры, их сняли на iPhone просто с экрана камеры видеонаблюдения около подъезда, где проживает Алексей Мацука. Все это произошло, кстати, ночью. Машину потушили соседи журналиста. Надо сказать, что Алексей Мацука в Донбассе человек известный, с поджогами сталкивался и ранее. Ему поджигали, например, дверь его собственной квартиры. Но известен он вовсе не тем, что относится негативно к захвату зданий областной администрации, а вообще довольно долго поддерживал довольно критическую позицию по отношению к властям Донецкой области и к местным элитам, которые были до нового губернатора Сергея Тарута. Возможно, и при нынешнем губернаторе он критикует власть. Мы сейчас свяжемся с Алексеем Мацукой. Кажется, он у нас на связи сейчас. И спросим, Алексей, вы меня слышите? Да, я вас слышу. Добрый Алексей, день. Объясните мне, пожалуйста, вот этот поджог, он связан, на ваш взгляд, только с вот вашим отношением к сепаратистам, которые захватили здание Донецкой администрации, или тут речь идет действительно о какой-то месте местных донецких элит? Ну, может быть, что угодно, учитывая то, в каком мы регионе здесь живем и какие здесь нравы все эти годы были установлены, что если журналист что-то не то о ком-то написал, то могли и убить журналиста. У нас есть примеры такие. Александров был убит, журналист из Краматорска. Поэтому тут неудивительно, что по отношению к журналистам есть вот такое отношение. Более того, Донецкая область, она всегда лидировала в общем рейтинге правонарушений против журналистов. И у нас есть 171-я статья Уголовного кодекса, и мы ведем постоянный мониторинг того, как нарушается эта статья, это препятствие журналистской деятельности в разном виде. И вот Донецкая область из всех регионов Украины, к сожалению, является лидером по нарушению данной статьи Уголовного кодекса. Алексей, скажите, пожалуйста, вот понятно ли, кто могли быть эти люди, которые, например, подожгли ваш автомобиль? Потому что украинские СМИ практически все в один голос утверждают, что это сепаратисты, пророссийски настроенные активисты, это им такая вот месть за вашу позицию по отношению к захвату. Ну, это логично так предположить. Я думаю, пусть следствие разбирается, кто там поджигает автомобиль и блокирует все остальные здания и так далее. Но так как с учетом того, что я журналист-расследователь, у меня может быть очень много друзей в кавычках, которые под шумок сейчас могли бы отомстить за предыдущие материалы. А есть вообще, кстати, известные вам, например, лидеры криминальных группировок или, возможно, остающиеся сейчас во власти люди, чиновники администрации областной или городской, которые сепаратистов откровенно поддерживают и таким образом могут вас отомстить? Я не знаю, можете ли вы называть фамилии, если вы знаете эти фамилии. Есть не то чтобы прям поддержка, да, на самом деле ни один депутат из 180 депутатов Донецкого областного совета не вышел к этим людям на площадь Октябрьскую, чтобы провести переговоры. Я спрашивал, почему, они все говорят, мы не хотим, чтобы нас воспринимали сепаратистами. И это абсолютно нелогично, мне кажется. Все-таки, если они стоят там на этой площади, то депутат, как представитель народа, должен быть где-то среди народа этого в том числе. Но люди не выходят. Что касается поддержки властей, то тут не столько поддерживаются конкретные персонажи из Октябрьской площади и Донецкой областной государственной администрации. Донецкой Народной Республики, самопровозглашенным имеем. Да, да. Ну, сколько они ее, кстати, они сказали, что это был зов души, вчера была пресс-конференция, они сказали, что это был зов души, они не могли иначе, но на самом деле они никакие не сепаратисты, а выступают за федерализацию Украины. И этот тезис вызывает, я так понимаю, внутри у них достаточно большие споры, и часть людей, которые ушли оттуда, ну, по нашей информации, из администрации, как недовольны, они решили поселиться в прокуратуре области, но спецназ принял меры, и прокуратура сейчас работает в штатном режиме, и сейчас там экскурсия для журналистов. Алексей, смотрите, я только коротко напомню, последний вопрос, коротко напомню о том, что о федерализации заговорили после того, как вчера Ринат Ахметов, выступая на пресс-конференции с Арсением Яценюком, Ринат Ахметов, олигарх, крупнейший бизнесмен в регионе, в Донецком, на Донбассе, заявил, что он выступает за, по сути, за федерализацию, за усиление местной власти. У меня вот какой вопрос. Последняя информация от Арсена Авакова, что еще в Славянске вооруженные
вооруженные люди захватили здание райотдела милиции. Вам что-нибудь об этом известно? Более того, эти вооруженные люди оказались георгиевскими ленточками. И это не райотдел милиции, а городское управление милиции. Сейчас туда приехал мэр Славянска Неля Штепа приехала. Она вошла в переговорную группу и вошла в здание. Над зданием городского отдела милиции подняли флаг Российской Федерации и флаг того движения, которое олицетворяет собой Павел Губарев. Это человек, который сейчас находится в СИЗО и который был одним из первых, кто заварил здесь всю эту кашу про российские митинги. И Аваков сказал, что будет радикально реагировать на захват отделения милиции в Славянске. Угу. Спасибо большое, Алексей. Будем следить за развитием событий. Алексей Мацука, главный редактор информационного агентства «Новости Донбасса», был с нами в эфире.